Давайте завтракать. Давайте. Ты куда? К ребятам, у меня дела. Ну, Мака. Хулиган. Все стекло высадил начисто. Ну, что с тобой делать? Смотри-ка, ты чего смеешься? Ну, что, мне плакать, что ли? Сходи в магазин, купи стекло. Сейчас ставлю. А деньги? Деньги? Ну, возьми из своих велосипедных. Я так не только на велосипед, даже на насос не накоплю. Это не работа, передел. Ну что это такое? Так, что ли? Так, ну, теперь смело, без стекла вставлять можешь. Что? Что? В случае чего, Маша, гармонь не продавай. Продай костюм, сапоги, все продавай, а гармонь оставь. Батут адрес брата, я его два раза написал. Ты один зашей себе в жакет, а другой Ваньке пиджак зашей. Я его и так помню. Ну, зашей, зашей, пускай будет. Ладно, ладно. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Ваня! 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 Дядя, можно гильзу взять? Зачем? Да так, на память. Возьми на память. Куда же он поделся, а? Иди сюда! Ну, где ты бегаешь? Давай прощаться, Маша.
Ну, ну, будет, будет, будет. Ну, пора, пора, Маша, пора ехать. Ну, ну давайте, пойдем. Ну, пойдем садиться, пойдем, пойдем. Магар! Дайте дорогу, мужики, а? Давайте сейчас. Мать береги. Помогай по дому и вообще, ну. Маша, ну хватит, хватит, Маша. Маша, Маша, и гармонь продавай, черт с ней, с гармонью, продавай гармонь. Я писать буду, каждый день буду писать. Буду писать, Маша, каждый день. Писать буду! Руку подашь, понял? Ага. Ваня! Ваня, где ты? Ваня! Иван, не видели? Он только сейчас тут вертелся. Ваня! Маша! 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 Маша!
ищут. Вот он, ваш Ванька! Страдание ты мое! Я чуть-чуть за тебя не умерла! Ну что ты за мной ел? Хорошо, мал, где слово? Поржи, Селик! Понял? Ага. Давай, включай скорее. Ну, скорее, скорее. Ты что такой весь мокрый? Да так, ничего. Поди одень чистую рубашку. Хорошо. Пойди, одень чистую рубашку. Иди, иди. Спасибо, Александр. Маша, у вокзала эвакуированным суп гороховый дают. Ну, давай, давай покушай. Давай сюда, на стрелочку. Мам, давай я сбегаю. Я сама, хватит с меня вчерашнего. Ну, мам. Паровоз дадут через час. И сказали же. А папа велел тебе помогать. Ну, мам. Ну, ладно. Иди.